ребята, если вы хотите быть незамеченным в любых коврах, где угодно, хлоп и внимание. Саша, а ты где? А вот же я, что не заметила меня, малыш. И ползем. Выползи, пожалуйста, в этом костюме из магазина, чтобы не покупать. А кто это там? Что за краб? А это директор Бердянска. Если что. Ребята, все крабы Азовского моря на мне. Вам могу что-то предложить. Экскурсию, караматаны, кубурузу. А какой бы вы костюм выбрали? Вот этот с крабом или тот под ковер? Вот не может определиться, моя любовь. Я бы два, конечно, взял, но денег еще в Бердянске не столько прибыло. Доброе утро! Бывает у вас такое? Вы такие проснулись, идете, что-то дела какие-то делаете, глаза открыли, а кажется, что еще закрыто. Украина вчера молодцы. Я не знаю, почему этим мужчинам нравятся эти шорты. Лера, это самые духарные шорты. Ты не в курсе, почему наши мужчины купили одинаковые себе шорты? Акция.